Так вы относитесь к личности Валерия Вам Нравится ли вам его детская проза? Ну, Влад, я не знал Приемухова. У меня был шанс с ним лично познакомиться. Колтаков, по-моему, мне это обещал, но как-то не успели мы. И то, что я его не знал лично, мне это очень обидно, потому что человек, судя по всему, был великолепный. Проза его мне симпатичная, и сценарная, и детская. Мне кажется, что он был актер превосходный. Да и не вышло бы Машкова за плохого человека. Нет, он, он очаровательный, очаровательный. Машная, простите. да, Машкова это другая совсем женщина. Но Машная, Машная один из моих тогдашних просто кумиров и эротических грез.